Привет, друзья! Русская Америка продолжает вещать из Европы. Сейчас я в Вене, и это одна из самых главных достопримечательностей столицы Австрии. Это колесо обозрения, которое было построено очень давно, и оно как бы не изменилось с тех времен. Смотрю. В 1897 году. Вот. Наверное, самое старое колесо обозрения в Европе. И вот в этих вагончиках, которые похожи на строительные вагончики в России, которые живут таджики или молдаване, мы катаемся. Здесь можно написать, здесь был Вася или там Юра. В русском мире ручку взял ты? Давай, что записать. Это, конечно, не Диснейленд, но здесь Диснея нет. Я смеюсь, потому что тут женщина на меня постоянно слышит.